А в заключение нашей программы об очередном громком скандале, который разгорелся в Краснодаре в связи с очередным проектом известного галериста Марата Гельмана. Попытка открыть выставку современного искусства, поддержанная губернатором Александром Ткачевым, привела к бурной акции протеста краснодарской православной общественности и казачества. Открытие выставки было сорвано, а Марат Гельман даже получил плевок в лицо от отца Алексея Касатикова. Если проститутку поставить куратором Института благородных девиц, я думаю, что через 3 года там все выпускницы этого института будут проститутками. И мы не хотим, чтобы наши дети были извращенцами. Мы не хотим, чтобы наши дети понимали под видом искусства пошлость, мерзость и гнусность, вот эту вот всю, которую представляет Марат Гельман. Мы против этого. Поэтому мы за то, чтобы был и музей вообще искусств в Кубани, и музей современного искусства, как угодно, но только без Гельмана. Гельман нам здесь не нужен.